Одну убрали. Всем привет. Ребята, всем привет. И у нас пришло время убирать елку. Да, наконец-то ее пришло время убирать елку, чтобы вы понимали. Я первый раз радуюсь, что мы будем убирать елку, потому что, смотрите. Это не веточка, это просто насыпалось. И мы вот так вот скидываем все время туда, а вот там вот такой склад. Вот. Склад. Падает постоянно, мы здесь спим, и оно постоянно в волосах, в голове, в подушках. Видите, она уже так ветки распустила. В общем, все. Все, начинаем. С лайфхака. Как мы ее будем, да, разбирать? Вот этим. Одним и вторым. Мы так попробовали в том году сделать, нам это зашло. Очень классно. Этим секатором мы просто пообрезаем все ветки, распиляем, сложим все в пакетики и вынесем. Так как ее в подъезде, если ее нести в подъезде, вы же представляете, это все этажи придется. Мы из квартиры не успеем вынести. Что будем первое снимать? Наверное, жирлянку? Давай все вот это вот убирать. Вот это вот все отсюда. Дед Мороз, Снегурочка. На кресло их садили. Да, вот сюда вот так вот по очереди. Теперь делаем вот так. Освобождаем место для этого. Медведя. Опа. Дальше. Стоп. Ну, как есть уже, зай. Там капец. Тут уже по-другому никак не сделаешь. Далеко залетели. Сейчас будет нам весело убирать. Вот это убрать. И убрать ковры. Собираем веточки. Ну, эти иголки. Причем вручную собираем. А ты куда собираешь? Просто скидываешь туда? Может, пакетик? Да зачем? Потом уже всем кагалам сразу. Боже, и под коврами даже есть. Вот так пойдет. И этот ковер тоже закатывать. Дай. Ой, оттуда вылазит. И потом берем, наверное, за самый кончик и стягиваем вниз. За какой кончик куда стягивать? Смотри, как сыпется, божечки. Оп. Так, секатор этот раз. Это как этот, как знаешь, на улицах прикалывается, за ветку снег идет, а у нас за ветку елки падают. Какая елка? Это сосна. Тебе же написали тысячу раз. Простите, разница лишь в том, что елка продержится 10 дней, а это продержалось 20 дней, да? Теперь начинаем вот эти вот все вытаскивать. Как волосики, такие классные. Оп. Я думал взять сверху, просто потянуть и все. Было бы лучше, ну не знаю. Там они еще не все это пораспутывались, поэтому я думаю вот так, а потом сверху, как ты и сказал. А давай я попробую. Ой, смотри. Класс! Красиво. На, тебе главное стяжку. Я как трону эту елку и все. И все так. Ты точно стяжку кусаешь? Паника. Видишь, как я предлагал это сделать? Где-то там сзади он идет, где-то там запутался. Боже, боже, зайчик, а ну давай вот так, стой. Оп, так лучше? Вот возможно. Тут. Доставай, доставай. Молодец, давай мне вот этот конец. Все на кровати. Стой, не тяни. Выпылесосом. Выпылес. Короче, запылесосим. Типа нормально, наверное, надо было ее выключить. Еще чуть-чуть. Ты это сделал, зай. Да. И укололся тоже. Так, отлично. Это готово. А выключить? Ой, какая красивая кровать у нас. Зеленая стала, да? Сейчас. Доберись туда. Ныряй, 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 зайка. Вот так это все и происходит. Ну, может, было тебя сюда зазвать? Да нет, спасибо мне, и тут хорошо живется. Очень приятно. А теперь давай ее как-то... На руку накручивай. Потому что мы узнавали, что будет, если ее постоянно вот так вот скручивать. Это самое... Продавцы нам сказали, ничего с ней не будет. Вот тут просто единственное, чтобы чем-то перемотать. Раз, два. А зачем две? Вот эти липучки, поняли? Алиэкспресс рулит. Ну вот. А эту с этой стороны, да? Да, сначала с провода надо. Подержи. О. А сюда до конца домотать провод. Оп. Все, гирлянда готова. Где коробочка? Где-то была здесь. А наш... Она. Шикарно. Следующее мы берем пакет. Как минимум пока один. И снимаем вот. Угу. Я поняла, я одна здесь буду ходить, хорошо? Не, надо с веником там. Веник я принесла. Две. На, вроде там ничего нету. Следующий. Уже даже игрушка упала. Че, все, да? Так да. Быстро? На этой все.
Наша Таня выше всех. Тише. Танечка, не плачь. Не, вот Таня, дай-ка мяч. Все, здесь ничего нема, видишь? Странно как-то это все. Ну ладно. Вот она. Ховалась одна. Эп. Та-дам. Ай, это больно. Да. Это очень-очень больно. А есть у нас какие-то перчатки? А можешь взять эти уличные. О, спасибо. О, дайте мне еще шапку. И буду я в шапках, в перчатках и в носках. И все круто. Так получше? Конечно. Ну, я же говорил, потому что руки все поколочь. Она, елка вся сухая. Там не то, что ни клея, там вообще ничего нету. Она вся сухущая. Просто в край. Для начала еще веник надо. Да, я перчатки. Ну, кому веник, кому перчатки. Так, а может я ее сразу вот так вот зай? Не надо. Кровать. У тебя болят не руки от того, что колется, а сердце глаза. За кровать. Глаза болят. Ты смотри, с них тоже иголки вынимай. Шарик. Таня, там шарик упал. Шарик сбежал. Да. Я сняла эту вот так вот, Зай, вот эту игрушку вот так вот сняла. И вся ветка, это, лысая. Обсыпалась. Так, давай пакетик, наверное, для вот этих шариков. Для шариков? Даю. О, весело. Перчатки гламурные будут, блестеть будут. Отлично. О. Да. Что? Что ты сделала? Кто-то сегодня будет спать, кому-то будет так прикольно на постельном. Да ладно, сейчас эту все поубираем. Что ты творишь? Это мы до утра будем убирать. Просто насыпалась вот сюда, за пакет. Зато мы ни разу так елку не убирали. В перчатках. Да? Хорошее приключение. Шарик улетел. Далеко не улетит. Чей-то телефон тут. А ну. А туда. Чей тут? Туда его, пожалуйста. Народ. Туда? Да. Вот так? Нет. О, да, не, вау. Ой, ключик. Дело пропало. Нашла ключик. От сердца твоего. Зая, наклоняйся. Поворачивайся задом и наклоняйся. Я нашла ключ от сердца. Да. Помогайте, правильно? Да. Если честно, было-было, но такого еще не было. Или чтобы сосна так именно сыпалась. Вот так вот снималась с игрушками. Просто ветки отламываются. Ну, это нормально? Лично обращаюсь для тех, кто писал. Вы же понимаете, что это не елка, это сосна, вы наряжаете сосну. А вы понимаете, что мы понимаем, что это не елка, а сосна? Ну, мы же не будем писать на видео, что мы наряжаем сосну. Ну. Всегда все привыкли, наряжаем елку. Все. И не важно, даже раньше, лет 20, 30, 40 назад, все равно... Приносили вот такое домой и говорили, мы нарядили елочку или еще что-то. Конечно, такое. Ну не нарядили ж сосну. Люди. Ой, смотрите, вот. О, кровь. Вот так вот берем, смотрите. Я держу. Ты видишь, от скольких иголок я спасла кровать? Да, мне кажется, одной больше, одной меньше. Ничего я тоже не спасешь. На. Какая красота. Смести вот это все хотя бы в какую-то одну кучу и эту елку вытащить сюда. Смешно? Очень. Давай быстрее. А то что? А то сейчас лапай. Куда ты? Он сломал иголку мне. Я увидел, это было в пальчик, да? Да, она встряла и осталась там. Я поэтому и говорил. Хотя бы в кучку. Хотя бы в сторону, хоть чуть-чуть. Кто посмотрит еще, как Таня убирает? Веником работает. Больше вы никогда этого не увидите. Только сегодня. Походу, это будет все. Тут чисто. А, заметать? Сейчас будем вытягивать елку. Ну что, давай. Зайка, предупреждай сразу, если ты сейчас хоть чуть-чуть намусоришь на диван. Намусорим. Ты будешь сам это убирать. Я там все поубирала. Чуть-чуть так дерг, и она может осыпаться. Давай. Ты как аккуратно сам едет, главное. Давай. Штору оставим в покое. Поворачивай ее. Замечательно. Давай еще чуть-чуть вытаскивай.
хватит. Начнем сейчас с той стороны, будем ее крутить туда, чтобы тут оно не это. Молодец. Повернись. Да нет, ничего не надо. Отлично. Я пошла штору поправлю. Можно? Иди. О, да. Ну да, пойдет. Надо пакеты нести большие. Так, а я принесла. Орудие труда. Орудие мести. Да. Попробовать разрешаю, все давай. Постоянно делаешь, я тоже хочу попортить что-то. Давай, смотри. Ты снизу, а я там. Все, испортил, хватит. Давай сюда. Теперь, пожалуйста, ложи на пол. Апа. Раз. Вот, теперь туда будем все слаживать. По-моему, неплохо. Что, все, хватит? Да, снизу просто самое больше сыпется всего. А-а-а. Вот, правильно, зайка умничка. Я же сказала, если ты на диван намусоришь, будешь сам убирать. Да. О, смотри. О, прикольно. Что за парикмахер у нас обзавелся? Ой. А-а-а. Я тебе разрешаю еще вот эту толстенькую. Какую? Вот эту, нижний ярус еще я тебе разрешаю. Серьезно? Да. Эти как? Ага. Круто. А вот туда ее кинь, вот там. А веточка ничего. Такая. Туда. Куда ее? Вот туда кинь. Кинь? Да. Да кинь. Там и так куча всего. Кинь. Куча всяких иголок. Ну, а иди туда, перелазь и работать. Путь. Все, я готова. Я хотел сказать, что ты за игрушку тут взяла. Это уже это, перчаточки ваши. Да. Ты чё? Я хочешь к соседям хочу. К соседям ход сделать, да? Да. Как там хирурги делают? Ну, давай, чикай. Приступаем. Большую тоже, наверное, туда. Маленькую сюда скидывай, маленькие, а большую туда. Я ее не удержала. А что ты просто сильнее придавливаешь? Ты как-то не так. Туда ложи. О. Дальше. Мне нравится это дело. Мстить ей мне нравится за то, что она меня каляла. О, смотрите, как хорошо. Смотри, чпок-чпок, и готово. Фу. Большие обрезай. Надо у тебя забирать и самому делать. Нет, я тебе не дал. Все, я буду обороняться от тебя. Ты уже там? Так, куда ты? Я отойду, можно? Нельзя. Я возле нее прям стоял только что. Ты уже там. Да. Я оставлю ссылку в описании. Посмотрите, елка, не помню с какого года. Мы с балкона скидывали елку. Да. Давай. Смотри, какая. Геракакл. Я ж тоже не хочу сильно бахкать. Умничка. Оп. Мне тоже нравится секатором чикать что-то. Чикать что-то? Так тебе на дачу надо. Мы да. Мы там уже давным-давно не были. Съездим на днях. Глянем, что там творится. Нам очень много задают вопросов, где дача, ну как бы зимой дачи точно не будет. Эй, а как я ее тут сделала? Мы там привязывали ее, да? Да, и еще где-то. Это надо сделать вот так. Ой, держу. Держи. Давай. Опа. Так, стоп. Йоу. Ага, еще вот. О! А, прикольно! Не топчись по иголкам. Ну вот, елочка. Смотри, какой пудель получился. Красивая елочка. Давай, остались последние. Раз. Ой, как классно, они по одной падают. Ха, класс. Она была такая пушистая, теперь такая эта. Угу. Подстриженная. Класс, мне нравится. Я думаю, самой квартире это не очень нравится. Самой квартире пофиг, потому что убирать не буду я, не она. Все, давай. Слушай, я мне это нравится. Верхушку обчекрыжу. И сейчас будем разбираться с вот этим. Че? Не стоило. Как ты там ходила? Ногами. Давай их. И потом в пакетик сложим. Будет счастье, да? И кому-то будут дрова. Ты думаешь, ты там перекусишь? На. А все, не отходя от кассы. Давай. А, да? Давай. Я поняла, мы не ищем легких путей. Ну да.
нормально. Я смотрю, ты тоже хочешь сделать ход к соседям. Дома пахло. Оно. Вот это оно. Вот это елочкой запахло. Вот теперь у нас будет самая настоящая пахучка елочка. Давай встаем, оставим. Или пока оно тут будет. Вот туда можешь слезть. Че? Вот там будет удобней. Колючки нам будут сниться и ночью. Ага. Ей не вынимается? Я не выну. Ловлю, если что. Так. Положим. И на две части надо как-то отпилить. Опа. Что там такое? Я села на колючки. Аня села на колючки. Все. Тепленько стало. Хорошо, да как? Да. Дай мне секатор, пожалуйста. Очень хорошо. А что ты будешь делать? Дай мне секатор, пожалуйста. Секатор, секатор. На. Фу, тепленько. Вот тут уберем, вот туда пакет. И по чуть-чуть начинаем разбирать это все. Давай пакет. Даю пакет. Давай пакет. Убираем иголочки. И я с кровати пытаюсь. Хоть каких-то пару штук убрать. Правильно, правильно. Давай, давай. Какие пару штук? Все убирай. Я там до этого убрала все. Можно приступать. Держи. Один. Два. Три. Давай пока одевай перчатки, наверное. Одевай. Одевай перчатки. Надела. И, как говорится, вперед. Пусть дорогу, да? Так, ну вот. Первый готов. Все, сложили в пакет, и реально сколько осталось. Да, это ревешь пакет. Давай его как-то попытаемся хоть чуть-чуть завязать. Давай. Держи. Держу. Убирай палец. Дай, пожалуйста. Ну дай. Так это неинтересно, это нормальный узел сделать. Зачем нести, за что ты будешь? Вот, пожалуйста. Ну ладно. Не труси! Так я же тут сразу отпала вот это вот лишнее. Все, свали. Быстро. Все. Вот пакет готов. Тише. Я вот туда вставлю пока. А в коридор что не вынести? Будь здоров. Правда, что в коридор не вынести? Не корона вроде. О. Расчищаем себе путь. Не только я одна дома домохозяйка. Я говорю, расчищаем себе путь. Вот туда его. Ить, тяжелая капец. Ага. Мы уже можем тут ходить? Ну, почти можем уже. Почти можем, да. Теперь эту кучку. Да. Оп. Хватит. Передвигаем сюда. И... А, у меня все ноги поколоты. И вперед. У меня все ноги поколоты. Следующий, приступаем. Да. Сейчас. Носки раз, носки два. Вперед. Опять ты продырявил пакет. Второй пакет готов. Его надо тоже завязать. По-нормальному, пожалуйста. Не знаю, как по-нормальному, но его надо завязать. О, неси маленький. Где я у тебя возьму? Вот там, где и большие взяли. Тут? Да. Осталось чуть-чуть. Тут вообще уже почти ничего не осталось. Ну, все равно ж круто. Смотри, как мы быстренько все. На это потратилось только что... Камера записала два раза по-моему, один раз только что 8 минут,
И первый раз тоже минут 7-8. Ну, 15-20 минут, чтобы сложить всю елку. В пакеты. Ну, сейчас только это там еще позаметает, ну такое. Зая. Че? Помощь зала. Угу. Зая, помощь зала. Ну, подходи мне, у тебя, чтобы я не Ты давай эти сначала. А я отдохну пока, полюбуюсь с вами. Я любуюсь картинами. Давай. Так, вот Таня... посмотри, какие картины у нас красивые. Да красиво, красиво. Давай это, Таня, он сложила все по максимуму. Теперь, походу, надо брать веник в зубы и все выметать. Веник надо брать не в зубы, а в руки, потому что зубами... Там по песку не ходи, пожалуйста. Не сделаешь. Чего начинать, да? Вообще в шоке, даже на стенах висят. Провода там не заметай. Не, провода на месте. Хватит? Или тебе еще надо? А тут еще надо руками собирать. Отсюда. Вроде замели все. Это уже не надо. Иголки вот там вот еле выбрали. За кроватью там еле выбрали. Да, это было так себе. Дальше швабра. Да, в эфире швабра. Ну, спасибо тебе за швабру. Ты ж. Моем пол. И наконец-то можно будет уже положить коврик. Сейчас. Кусочек. Судя по тому, какая швабра, надо идти ее еще раз мыть, наверное, раза три или четыре тут мыть. Ну что, Аня молодец, пол помыт, все убрано, коврик. Вот эту вот коврик? Да. Так, это на место, уже вытоптано место. Дальше, что мы делаем? Мы начинаем гирлянду снимать или бычка? А коврик не будешь сложить? А, да. Во. Ёлки. Что там? Ёлки? Ёлки, иголки. Хорошая девочка. Так, давай снимать гирлянду. Наверное, полез я. Сначала надо ее выключить, да? Потом снимать. Так какая разница? Лезь. Или тебе стульчик еще надо? Желательно. Да. Оно там все пооставалось. Так. Ну, я перепрыгивай. Да. Давай, перепрыгивай. Таким одним комком в зал отодвинул. Главное, эти шторы, говорю, обои нет, не это. А не это. Готова? Слазь и выключай ее. Слазь. А уже мне тут хорошо. Тогда стишок рассказываю. Я хотела сказать что-то другое, но думаю, будет неуместно. Наша Сережа выше всех. Да. Так, держи. Сундучок есть. Держи край. Держу. Какой край? Какой-нибудь. Ты че? Ломаешь коробку, да? Лампочки разобьешь. Я думала, ты мне юбочку делаешь так. У-у-у. И коробочку. Ну, давай я коробочку подержу, ладно, так уж и быть. Держу. И никаких проблем. На, дарю. Спасибо. Пока. Пока. Мы готовы. А Мишку сейчас или потом? Да, давай потом. Ну, хорошо. Так, можно я первый? Можно я? Можно, только подожди, пожалуйста. Я спряталась от тебя. Да, ну в общем это надо сначала намочить, чтобы оно раскисло. Давай. А потом... Ой, а пахнет хорошо. Все, первый пошел? Да. У него кариес появился, надо его убрать. Че это не убирается? Ой, напшикали. Смотри, какая красота. Да, веселиться нам придется. Нема кариеса. Не могу. Нету зубов, нету кариеса, нету проблемы. Все отлично. Весело, ладно, занимаемся. А че мы сразу так не сделали? Как? Смотри, какое зимнее окно. Отлично. Ну вот, как бы. Все, там чисто, там отлично.
там 2-3 минуты времени, просто да? Как-то он плотненький получился, пришлось его больше это размачивать. Вьюга! Окно красота, Мимедя на место. Ты где там? Я не знаю, спряталась за Мимедем. Потерялась. Опа. Не Маша, божечки. Как дома стало просторно. И завтра, походу, когда выйдет реально солнце, будет завтра светло. И мы ошалеем от того, как светло дома и реально просторно. Клево. Столик, зай. Ты не мака. Ага, в зубки. Ага, в зубки. Давай. И оп, пускай тут живет. Осталось поснимать эти всякие, вот эти всякие. Раз. Так они труси. Два. Два. А дистанционка. Аккуратно. Паника. Так что ж паника. Мы же знаем тебя, что ты можешь. Ага. Уже выучили тебя. Могу, умею, практикую. Вот поэтому я говорю, аккуратно. Три, четыре, пять. Задачка со сложностью. Со звездочкой. Так. Готово. Шесть. Вот еще. И мы потом отклеим. Семь. Восемь. Остальное что не касается. Все. Так. Пакет. Пакет. Где пакет? Вот тут пакет. Влезет? Должно. Этот набал на самый верх пушистый, чтобы его не затоптать. Да пожалуйста. Как вам будет угодно. Султан Сережка Хан. Смотри, все прекрасно помещается. Ну, хорошо. И это еще сверху поместится. Все, а теперь относим это в кладовку и пошли выкидывать елку. Да. А еще это, а еще мишку отключить, а еще носок снять. Не тот носок снимаешь. Медведь отключен, хотя был таким светильником хорошим. Да. Он такой тяжеленький, я думала, там что-то есть. Проверила, у него ничего. Ставил его сюда, сейчас за коробкой и все слаживать. Круто. Меня кололо только что. Да. Все, мы готовы. Идем. Хватаем елку. Да, такая большая была, осталась в таких пакетиках. Хватаем елку и на мусорку. И ветерок начался. Елочка. Да, три пакета счастья колючего. Иди быстрее. Зачем? На дороге мокро. Ну, так я потом говорю, иди быстрее. Так, о, смотри, елок сколько. Все темно. Их не будет видно, конечно. А нас будет видно? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Совсем чуть-чуть? И раз, два, три. О, ну, покажи, может, мало ли будет видно. Ёлка. Ёлка. И ёлка. Ёлка. Всё? Ёлки. Теперь ёлок хватит. Ой, дай сюда. На улице хорошо, так тепло. Да, кстати, на улице пишут, типа, -1, но нету -1, потому что асфальт, видите? Дождя нема, ничего нема. Все, у нас минусы но закончились. Но оно такое, как туман. Минусы видишь? Закончились, неделя была, да? Минусов, все, хватит. Хотя были хорошие минусы, 21, да. Там 22 было, да. Было вообще кайф. Та-дам! Только что в почте, говорю, проверь, проверила. Пришло, что-то. А я говорю, пришло. Я еще только прохожу, говорю, проверь почту, может там что-то пришло, мне должно уже там было что-то прийти. И что там маленькое пришло? Ну, по ощущениям, я сразу понятно, что. Доставай, доставай, доставай. Ну, конечно. Ну, класс. А. Сейчас покажу поближе. Сейчас. Вася. И это вот такие вот штучки. Резиновые штучки, блин, такие прикольные, твердые, ага. Мягкие. Заглушки для USB. Вот, это аж туда вставляется, аж вовнутрь, видишь? Да, да. Та-дам. И все, и не будет попадать ни пыль, ничего. Давай сюда. На. Все ссылочки будут в описании под видео. А копейки стоит вообще. Например, в ноутбук вы себе USB-шки позакрывали, чтобы пылюка не летела. Да. Все классно, красиво. Так для этого и взяли Тёме там позакрывать, в ноуте закрыть там. Да. И одну магнитолу, кстати. А, да. Потому вот. Что, не знаю, была там магнитола или нет, но в передней USB-шке там ее не было. А теперь будет. Ребят, елочку мы убрали, все круто. Видео мы постарались сделать для вас очень интересным. В комнате теперь светло, а на этом все. Ставьте лайки. Я думаю, мы заслужили, мы очень сильно покалялись, но реально сделали интересно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за донаты и всем пока. Все, пока, народ. Пока-пока.